Так, ну это еще не все. Да, сейчас, подожди. Ого, тут. Тут катались. Только не в колею, понял, а по целине, по свеженькому. А по целине это надо нехер делать, мне кажется, пройдет. Давай, нехер делать, сейчас мы это все проверим. Нехер делать или есть что делать. Сейчас мы все проверим. А ты блокировку включил? Вот вам и нихер делать мы. Так, ну лопата есть у нас. Более динамично или правее чуть-чуть, там видишь, уперся ты в этот ступеньку. Блин, а мечта так близко не подъедет, надо опять объезжать, на тот берег будет. Так, а попробуй как-то руль на меня, может, если повернешь и вперед. Ну, хотя тут уже ступенька такая жесткая. Да, пробуй. Давай назад. Короче, поехали вокруг объезжать на эту сторону опять мечтой. Я тут, наверное, на мечте не проеду. Штурман, выходи. Легче будет, и толкай. Передний штурман не тяжелый, правда, конечно. Это не такой, как я. Я когда выхожу, помнишь, он сразу проезжал, блин. Когда я выходил. Так. Блокировка. Попробуй раскачать ее. По чуть-чуть двигается. Сейчас еще я подключусь. Надо что-то подумать. Там ступенька, блин. Давай собьем ступеньку. Да, давай лопатой. И попробуем. Лопата в багажнике сзади. Открывай мечте. Лопата тут такая не слабая. Ну да, ступеньку чуть убрать. Она, видишь, и не сидит, в чем Луаз. И выигрывает. Она не тяжелая, плюс у нее большой клиренс, она не садится на мосты. Ой, как-то это идет такой корпус, укрепленный там арматурой. Да. Слышишь, можно подумать, что вы застряли где-то недели две назад, одежду уже продали, блин. Или съели, да. Блин, ну с лопатой вам бы легче было, да? Уже в следующей луже застряли до моего приезда. Да, передней вот ее не хватает, то есть одно колесо упирается, это у меня... Ну, какое-то одно по очереди, да, или то, или то. Баллоны все крутили, но смысла не было никакого. Ну. С этой стороны ступенька меньше. Двери мне нравятся, как открываются шикарно. Даже в Роллс-Ройсе такого угла нету. Так, ну, хороший бампер.
надежный. Что-то эта сторона вроде не глубже, но копать тяжелее, да? Да, трава и куча. Так, ну. Давай, пока без меня, я буду секретным оружием запасным. Не, что-то. А попробуй назад. Да, что-то не сильно. Давай, давай вперед вместе. Что-то пошло не так. Что, поехали вокруг на зеленой мечте опять. По кругу. И будем дергать. Будет быстрее. И легче. Думаю, что-то объедем мы рядом. Сейчас. И там, наверное, озеро-то. Просто, наверное, выезд на берег. Болото, скорее всего. Так, опять объезд. Да, такую покатуху вы организовали. Импровизированную. Ну да, что-то привлекли меня к оффроуду. Неожиданно. Да. Поменяем. Грязным в смысле лишь? Так, ну подъехали мы. Подъехали. Достанет сюда веревка? Да, достанет. Так, теперь мы ближе еще. Сейчас Луаз там сам вошел во вкус. Да. Держи, не тряси камеру. Что не поломал? Тормоза пропали. Тормоза пропали. Пропали. А я думаю, куда ты едешь? Блин, решетку добил, блин. Почти тормоза новую. Пропали. Блин. Надо ее купить уже давно. Нет, это ты меня толкаешь на новую решетку, да? Мечта. Есть, мечта заслужила. Есть. Тормоза пропали. Так, решетки. Ну ничего не пострадало, Луаз целый, мечта тоже, кроме поломанной решетки. Это было? Это было. Все на месте, да, вырвали. Вырвали злодеи туманки. Так, ну все, наверное, на сегодня хорош, да? Да, да. Уже темнеет, солнце зашло. А, тормозов же нету. Ну блин, давай, вызывай эвакуатор. На передачу, блин. Я просто в шоке. Можем привязать зеленую мечту сзади. Я буду тормозить, ты будешь мне по телефону говорить: тормози. А так, ну все, будет. Всем пока. Подписывайтесь.
скользит как-то.